Продолжай. Resident Evil 2. Тон-тон. Сап, MCA. Where's the duck? Which one? Раул! Not that version. О, что я хотел? Я хотел... базука. Yep. Fully translated. С собой оставил. О нет, все в огне. No! Блин. Блин, блин, блин. Назад. We don't need no water. It's a motherfucking bird. Пока, наверное, можно скинуть вот это все, да? Let's go. I know. That's why I don't like it that much. Did you beat it already? I know about Claire, but Leon. Or I miss it? I saw you was playing Metroid Dread. Ah. It's almost the same, I think the end was different. But kind of the same. You're perfect English, my dear friend. Yes, I have. Или что там, I had. Yes, cutscene is different. But the most parts, it's the same.
And it's boring. Meh. Пойдем влево. Его заклевали до смерти. Патроны пистолета. Мама! Getting chased constantly by Dr. Disrespect is stressful. Yep. Raul! It's the best part. Oh! Четыре. Ага, минус один. Два, три, четыре, пять. Упал. Труп. Оу! Нет звука! Ну нету его. Когда патроны кончаются. Найс. Тут кто-нибудь есть? Не похоже, чтобы это часто использовали. Чего особенного. Ведь оно не работает уже долгое время. О! Вентиль. А-а-а. Арбалет. О, там это, how you doing? Чё здесь? Убьём их? Нет звука! Я специально подождал. Возвращаться назад слишком опасно. Ну, мам. Тебе нравятся шортики, Клэр? Да. Клэр лучший персонаж в этой игре. Ну, хотя бы о ком-то заботиться, кроме себя. И азиатской женщины. Сомнительный. Кран регулирует давление. Надпись. Избыточное давление может повредить водяной бак. Самое время крутануть. А чё пишут? С его помощью можно открывать-закрывать краны. Давай. Сапожки Клэр. Ты из модного приговора? Чё пристал ты мне? Ну красивая она, красивая она. Хорош. О, хорошо. Отлично. Патроны. Еще что-то есть? Туалет превратился в груду металлолома. Не. Пойдем назад. А куда мы теперь пойдем?
Чем назад? Не надо, ворон, не надо, не, на, вор, не, нет, 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 нет. Не-а. А если вместо сапог были копыта? Ух, сейчас тут допиздится. Ууу, сика. Пока что это нам не нужно. Так. Окей. Шутки про женщин, нынче это, ну, не котируется, селект. Шагай, внук, со временем, ну. Дверь сломана, дальше мне не пройти. Ничего другого не остается, кроме как разрушить стену. Ну ладно. О, май гад! Чего только картина маслом обернутая в ткань. На полке чё полезно. Ну окей. И все? Это все, что здесь есть? Три ничего нет. Я вижу блестючку. Ой, кстати, смайл, ну я же забыл совсем. Где он? Абу подъехал. Что-то это блестит. А! Статуя женщины. Здесь есть углубление величиной с кулак. Каменная статуя рыцаря. На пьедестале надпись. Зажги два огня, и Тиранос храбрый оживет. Слышь, Тиранос храбрый, давай не оживай. Окей. Один есть. Давай сразу это тогда тоже возьмем. Привет, Гранд Мейдж. Это Фронзи. Кстати говоря, имеет форму масти бубны. Че у нас? Вот так вот. Вот уже ближе похоже. Красивый колючек. Два есть. Подогнали PS4 Pro. Норм. Кто-то PS5 купил, что ли? Ага. Что это? Синий камень. В сакшопе такое видел. Когда шапочку покупал, которая здесь на крючок закрывается. Молодец. На обломке камня выигрываю наполовину животного. Еще даже никто не упадет. Ну ладно. У друга ноут. И наполовину забил. Понятно. Понятно, понятно. На самом деле, вот, да. Вот и все. Ну, это скарик. Так, а я войти-то не смогу. Эх, ё. Комрады, заранее скажу.
Не могу вас слышать. Все стримы работают, кроме Чика. Это ошибка. Network error. Напишите ему, пусть он зайдет на какой-нибудь стрим. Поставит качество 360p. И попробует зайти еще раз. Если не сложно. Ну или меньше. Ключ бубный. Ну да, я тебя забанил. Куда идем? Бубновый ключ. Бубновый ключ. Это внизу? Справа? Слева, вернее. Какой же здесь музон охренительный. Ту-ту-ту. Тан-тара-тара-тара-там. God of War прошел. Новый, что ли? Ну, в смысле, уже не новый. Последний. Я пока Ascension. И один еще на PSP не прошел. Поэтому я новый трогать не хочу. Так, а не спойлери меня тут. Что тут началось? С пацаном! Эй, кид. Бубны. Угу. А где еще бубны нужны? Че оно не помещается нигде? Гэнгвэнг! Я надеюсь, он умер. Нет дробовика. Пять. Нет! Нет! Я пойду. Так, ну я еще одного завалил. Это уже радует. Но я боюсь, нам патронов не хватит. У нас есть, в принципе, арбалет. И базука. Netflix. Что, давай не будем сильно увлекаться. Сделаем так. Почти норм игра. Нужно в конце не 2, а 3. Да. Согласен. Но мы еще дойдем до 3. Не переживай. Mm.
Whoa. Все. Ух. Пленка. А что там не уметь печатать на машинке? Ты лишь печатаешь, строчка заканчиваешь, сдвигаешь все. Оу-е. Стрелы. Но это синие. Это синие. Ой, затмуть, да, давай. Чё это? Пластит. Чтобы расчистить завал, блокирующий проход, мне осталось найти детонатор. Где детонатор? Где он? Ты не мог отдать его человеку из толпы. Где он? Так, ну это вроде расчистили, но... Где мои яйца? Все есть! Где мои яйца? Тигрик! Угу. Так. Это будет очень проблематично. Все провернуть. Пленка А. Оу. Эксперимент над человеческим телом. Код G. 15.09.15.24. Хм. Любопытно, что все это лежит. Настолько на виду. Это зарядилось, стало зеленым. Что за нах? Все будет хорошо. Так или иначе. Любой Uncharted. Ну, ты чё? Замок открыт. Ты решил с четвертого начинать? Ты первый не играл, что ли? Сегодняшняя дата. 29 сентября, день Святого Михаила. О, Welcome Leon с двумя левом там написано. На синий. Велолком. Мы здесь Марвина встретили впервые. Он тут это лежал. Who are you? You must be a new guy, Leon. Это crazy play. About 2 months ago. Ради стола дежурного расположена комната ожидания. Записка Леону. Леону С. Кеннеди. Поздравляем с переводом в отделение полиции Raccoon City. Мы рады вашему вступлению в наши ряды. Надеемся на долгое плодотворное сотрудничество. Добро пожаловать на борт от всех сотрудников полиции Raccoon City.
Ой, я детонатор нашел. Извини, Марвин, прости. Марвин! Где детонатор? Говори, где он. Нет, говори, где Марвин! Он? Где детонатор? Ноу! Где он? Только не Марвин. Ну, собственно, все здесь, да? Наверное. С этой стороны. Давай проверим карту на всякий случай. Да? Первый этаж, второй этаж, все. И я что-то до сих пор не нашел ни карту ни первого этажа, ни второго этажа. Она здесь вообще есть? Я точно помню, что должна быть. Может, в DualShock версии ее вырезали нахер? Что-то странное. Та-та-там! Та-та-там! А, ты с аккаунта играешь. Ну, понятно. Не, в идеале, конечно, первые три поиграть сначала, потом четвертый. Уж больно они сюжетные. Ну, раз есть так, то так тому и быть. Так, значит, что мы делаем? Мы делаем вот это. Сейчас или потом? Не, ставлю место. Можно даже патроны выложить. Вот эти. Наверное. Детонатор. Этот детонатор для взрывчатки сам по себе он бесполезен. Достаточно C4, чтобы взорвать стену, но необходим детонатор. С помощью этого можно легко расчистить завал. Чё-то это какой-то селект сегодня необычайно доёбчивый. Никто этого не слышал. Никто не придет. Ну, ну ладно. Енот! Енот! Есть енот! Че застрял? О, how you doing? Здрасте. О, я жутко извиняюсь. Я думал, вы одна из этих зомби. Вы шеф Айренс? Да, это я. Скажите, а кто вы? Хотя не говорите, какая разница? С вами произойдет то же, что и с остальными. Это дочь мэра. Мне сказали оберегать ее. Но к моему стыду я не смог. Вы взгляните на нее.
Она была настоящей красавицей. Я ни у кого не видел такой чудной кожи. Очень скоро, через часок, она встанет, но будет уже одной из зомби. Должен быть способ избежать этого. Вообще-то говоря, есть. Для этого необходимо пустить ей в пулю мозги или полностью расчленить ее. Тигри! А учитывая, что анатомия когда-то была моим хобби... Анатомия? Довольно же. Пожалуйста, я сейчас хочу побыть один. Чего? Что за перевод, блядь? Я ни слова ни хера не понял в конце. Различные трофеи, ничего особенного. Как дела, как здоровье? Норм все. Более-менее. Да не будем терять время. В смысле, давай будем терять. А ты ему? Думаешь, расчленит ее? Тигри! Ты чё, животное? Здорово. Подожди. Отпусти меня. Эй, полегче, я не зомби. Теперь ты в безопасности. Еще безумный амулет будет? Который скачет у него вот так вот. Леон, ответь. Я нашла девочку и разобрала завал, который блокировал дверь. Понял. Мэр точно не заметит. Меня зовут Клара, а тебя? Клара. Шерри. Ты знаешь, где твои родители? Они работают на химическом заводе Umbrella, на окраинах город. Угу. Химическом заводе? И что же ты делаешь здесь? Мне позвонила мама и сказала идти в полицейский участок, потому что оставаться дома небезопасно. Думаю, она была абсолютно права. Но и здесь тоже опасно. Захаровна. Тебе лучше пойти со мной. Но там что-то есть. Я видела это в окно. Оно намного больше, чем все наши армии. И оно идет за мной. Что это было? Это то, о чем я говорила. Оно здесь. Шерри, подожди. Ай, хуй с ним. Тут дневник есть. Дневник секретарши Б. О, боже. О, боже. 8 июня. Когда я сегодня пробиралась в кабинет шефа, он вдруг ворвался в дверь и с покрасневшим от ярости лицом был. Я проработала здесь всего 2 месяца, но это уже второй раз, когда я вижу таким. В прошлый раз он так злился на меня, когда я подвинул ту статую. Только теперь он был зол еще больше. Мне даже показалось, что он был готов ударить меня. Мне наконец удалось выяснить, что все это время скрывал шеф. Если он узнает об этом, моя жизнь окажется в серьезной опасности. Но уже слишком поздно. Утро вечера мудренее. Ну ладно. А что же это в ларчике там лежит? А! Шпрей! Больше ничего нет. Так, прогресс. Браузер забунтовался. Гайд Digital не настоящий. Различные предметы искусства, ничего полезного. Как ничего полезного? Возьми статуэтку. И кому-нибудь уеби. Не похоже, что здесь что-то еще осталось.
Давай тогда пойдем отсюда. Боссман рыканул. На заднем плане там. Этот монстр идет за мной, он готов меня убить. Ой, бля. Там на заднем плане. Ой, бля. Че, пошел чучулировать ее? Чучулировать пошел. Сделай для нее чучулу ебучулу. Дневник шефа. 23 сентября. Все кончено, эти кретилы из Umbrella все-таки сделали это. Несмотря на все свои обещания, они уничтожили мой город. Вскоре улицы заполонят зомби. Возможно, я стану одним из них. Если так случится, я убью всех в городе. Согласно плану, мне удалось внести существенное замешательство в ряды полиции. Я постарался сделать так, чтобы никто не смог войти в город. Или выбраться из него. По крайней мере, живым. Я лично проследил за тем, чтобы все возможные пути бегства из города были перекрыты. Несколько выживших еще пытаются спастись через нижние уровни. Но уж я постараюсь, чтобы никто из них не смог выбраться. Я передумал насчет выживших с нижних уровней и решил, что прикончу их сам. Меньше часа назад я прикончил Эда выстрелом в спину. Я смотрел, как он бился в агонии на полу, в луже собственной крови. Выражение его лица было просто чудесным. Он умер, глядя на меня широко открытыми глазами. Это было упоительное зрелище. Интересно, жива ли еще дочка мэра? Я позволил ей бежать, чтобы продлить удовольствие от охоты. Да, я буду наслаждаться своим новым трофеем. Она навеки застынет в той позе, которую я сам ей выберу. Тигри. То есть он целенаправленно хотел дочку мэра превратить в чучело. И он же ее убил, скорее всего. Привет, Даффи. Ключ от участка. Картина есть кнопка. Жертва умрет от когтей ягуара. От бензопилы ягуара. Кровь ее землю отравит, змеей растекаясь. И с той земли орел возродится. Так будет открыта врата золотого рога. У нас есть новый ключ. Форму масти черви. И вот он. Вот он. Красивый. Ну, не идеальный, конечно. Но... 3 из 4 есть. Ключ черви. Окей. Че по прогрессу? Нойс. Все пока по порядку. Вот просто дальше я что-то. Где тут файлы лежат все? Хз. Ключ сердечко. Угу. Это нужно на другой стороне. Давайте сохранимся, потому что сейчас нас ожидает весьма неприятное путешествие. Лучше, конечно, сделать... Как-то так. Но я боюсь. Все может пойти. Я не сохранился. Господи. Никого? Ну, в какой-то момент ликеры должны появиться, поэтому я что-то переживаю.
Сохранимся. Вот, и цвет вернул. Найс. Клар. Что-то по патронам 33. Ну и блять. Все это хуево закончится. Сейчас я прям вангую. Можно было по лестнице спуститься. Ну да ладно. Там где вороны. Пойдем обычной дорогой. Нихуя не пойдем назад. Я дверь не открыл. Придется дебильной дорогой идти. Ну ладно. Не страшно. Сейчас надо дверь открыть. А почему реально на карте не отмечается? Это вот это, в специфичной версии такая херня. Что я помню, что на карте отмечались двери цветами. Это, возможно, был обычный, не DualShock. Короче, нам сюда, нам вниз отсюда. Я предметы взял все. Да, я все взял. Посмотрел Ниндзю Гайдена. Так, не понял, блять. А чё, где все хилки? Тут реально хилок нету в этой версии. Лол. И дверь открыта. Ты её открыл? И забрал? Че? Ну. Так. Одна только дверь. Это будет тяжко. Это будет тявка. Ой, это мой любимый зомби. Он головой вращает и думает, я тупой. Но я тупой. Потому что нахуй на него патроны тратить. Ой, бля. Блин. Окей. Куда убег-то, блядь? Воу, 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 воу. Остался один. И не вставай. Итак. Давай сначала сюда. Да, что тут будет толпа зомби. Thank you.
Привет, Рамон. Окей, еще одно место освободилось. Чего необычного. Да я сначала прочитал слово «папировать», думаю, что за слово такое «папировать». Что-то на местном диалекте каком-то, что ли. Что-то «папировать». Это «тверкать». «Папировать». Зря. А, да ладно. Я понимаю, мы исследуем все, чтобы ничего не пропустить. Ну, по максимуму прям. Что-то новое для себя узнаю. Вообще ничего. Ни хера себе. Только лента была для сохранения. Охереть. Ну, я точно знаю, что здесь есть кое-что. Кое-что зеленое. И это возьму. И вот это. God of War с 14 февраля на ПК. Какой God of War? Цифровой замок. 2, 2, 3, 6. Так было, что ли? Да, так было. А вот и карта, кстати говоря. И теперь на ней, по идее, должно отмечаться. Правильно? Да, вот теперь. Карту когда берешь, начинает помещаться. Че закрыто на че? Ну и... То есть здесь нужен зеленый ключ. Розовый. Рагнарёк? Или тот, который просто God of War. А откуда инфа-то? Так, ту дверь мы открыли. Туда пока нет смысла идти, наверное. Или есть? Нет, наверное, нету смысла туда идти. Смысл был бы сейчас сходить и предметы. Она уже в стиме есть. Лол. Это дурниншот. Спайс 2 перес... Так, ну чё ты начинаешь-то, блядь? Чё это, блядь? Предпродажа. А-а-а. Ну-ка, подожди. Ну-ка, тыкну. Steam. На главный по-любому же. Нет? Не знаю, ребят, что-то не вижу. Год. Оф. О, блядь, в натуре есть. Нихуя себе. 14-22, Santa Monica Studio, PlayStation Mobile Inc. Нихуя себе. Предзаказ. 3149 рублей. У меня, по крайней мере. God of War 2018 is coming to PC. Кековая, блять, просто. Чё? Системные требования. Coming soon. Это, DirectX 11 на семерке не пойдет. Сразу понятно. Окей. Три ка за игру ценой в 500. А где она 500 стоит? Она же 1400 стоит или 1300.
Со скидосом, да? Так, мне нужен... Диски по 500 продают. Бля, а дай мне место, где их по 500 продают. Я куплю себе парочку. Тарен бесплатно раздает, да. То, что везде, где я вижу, что диски продают, их продают, ну, косарь минимум. Исключением всякие там эти. Коллекции с красной полоской. Ну, блять, ну на Авито, ёпта. Блять, за 500 рублей, блять, еще доставка, еще 500. Ну, блять, ну разница-то какая. Самовывоз, блять. Угу. Ну так на деле-то это будет не 500. Ну что? Что ты начинаешь? Это в любом случае будет где-то 900. Еще и бэушный. Ну фиг знает. Че, я предмет скинул, да, давай тогда идем дальше. Клетку примем. Идем в подземку. Хоть я того и не хочу особо. Ну ладно. Я вот тут еще где-нибудь погулял бы. Ну да и пусть. А больше там нет травы? Дай проверим. Он прячет травку за столом. Окей. Давайте я не буду это брать. На обратном пути я это заберу все. И тут даже предметов нет. Трефы. Да ёпт. И эта штука там, да? Корт. Я до сих пор не знаю, нахуй это нужно здесь. То есть... Ну ладно, потом об этом. Так, тузики, бобики. Да камон. Бах, нахуй. Ну так проще было. Чё там было? Прозекторская? Заперто. Под замком выиграно изображение масти трефы. Прозекторская? Морг. О, карта. Панель резервного энергоснабжения. Энергию можно перенаправить в районы с недостаточным энергоснабжением с помощью этих 5 переключателей. Повышенная мощность может вызвать перегрузку.
Ой. Ой. Такая сложная математика. Ну нахуй. Я не решил. А, нет. Я решил. Эдгардой. Кажется, слишком сложная математика, ну нахуй. Так, ну это, видимо, все, да? Так, ну это дичь еще требует карту, да? Устройство считывающих... считывание карт включено. Арсенал закрыто. Так, парковка. Блять, давайте не пойдем на парковку, потому что там не пройти сейчас. Да и там собаки. А я патроны не хочу тратить, последние. Ха. Тут было ли патроны? Охуеть. Привет, и, блядь. Патроны нашел. Нужен нож. С ножом я готов драться. Решетка сломана. Между ее против взрослому не пролезть. Rocket Science fiction with a mystery and I'll hop it with the Big Bang. Так, нужно скинуть это. Пока что скинуть это. Взять это. Иди спасай Шерри. Да-да-да. Че-че-че. Сначала перив, а потом идем спасать Шерри. Ну, либо она нас, не знаю, одно из двух.